Каждый день мы ходим или передвигаемся в транспорте над коммуникациями, где проложены тепловые сети. Трубопроводы находятся под газонами, пересекают тротуары и проезжие части дорог. Во время отопительного сезона возникают случаи наружных прорывов. Максимальная температура горячей воды достигает 150 градусов. Это может привести к серьезным ожогам. Как определить повреждение тепловой сети, стоит знать каждому. Есть несколько основных признаков. К примеру, парение и выход воды на поверхность. Также легко определить проседание грунта и сухой асфальт в сырую погоду. За инженерными сетями следят коммунальные службы города. Аварийные случаи, как показывает практика, происходят редко, однако имеют место быть. Самое простое правило – не приближаться ближе, чем на 5 метров к промоинам, которые образуются в местах прорыва. Запрещается ходить по трубопроводам, конструкциям теплотрасс и тепловых камер. Пересекать траншеи, канавы и каналы, в которых ведутся работы по ремонту теплотрасс. При обнаружении пара или протечки необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 115. Помните, несчастных случаев можно избежать. Для этого каждый должен соблюдать правила безопасности. Ведь любая беспечность может привести к трагедии. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.